стали дерюхи на риті ревинді. В ринг приглашаются Григорий Шевченко и Егор Солдатенко. Представляем спортсменов в красном углу Григорий Шевченко. В синем углу Егор Солдатенко. Осу 3 раунда по 1 минуте. Григорий Шевченко. 2-3 года занимается салатом, имеет 3-й юношеский разряд и технический разряд «Синяя перчатка», представляет клуб «Созвездие», тренируется под руководством Сергея Буланова и Артема Лисицына. Солдатенко, 2001 года рождения, 1 год занимается салатом, провел 12 боев, 6 одержал победы, является победителем первенства Московского района по салату в 2014 году, представляет клуб «Фактера», тренируется под руководством Сергея Шепузидия. Там.
выходу в ринг готовятся Александр Тимофеев и Антон Малышев. В этом бою на главном решении судьи победа одержал Егор Солдатенко из партера. А в ринг приглашаются Александр Тимофеев и Антон Малышев. Представляем спортсменов в красном углу Александр Тимофеев. Клубки пока. В синем углу Антон Малышев, клуб Риф. Отсыпь раунда по одной минуте. Красный угол Александр Тимофеев, 2002 года рождения, полгода занимается саватом, является победителем первенства Московского района этого года по савату, представляет клуб МПК, тренируется под руководством Алексея Никонова. Thank you.
синем углу Антон Малышев, 2002 года рождения, 3 года занимается салатом, имеет 2-й юношеский разряд и технический разряд «Зеленая перчатка», провел 28 боев, в 24-х одержал победы, является победителем всероссийского турнира «Серебряная перчатка» 2012 и 2013 годов, представляет спортивный клуб «Риф», тренируется под руководством Виктора Успенского. К выходу будем готовиться Антон Тимофеев и Илья Савельев.
Это не так.